Пробую, но скорее всего буду валить отсюда. Не, валим. Добром это тут не кончится. Рано выключил. А? Рано выключил. Кого? Камеру. Да, друзья. И так бывает. Открепливо не по-детски. Вау! Вау! Вот это было жестко. Голова жива, цела? Ну да, но я дотянулся. Пристегнись. Выполняю четвертый. Втыкаю морду планера в планету. Держу 150, убираю тормоза, потому что не хватает скорости. Выпускаю тормоза, прошли. Подвожу к планете. Оп! Здравствуйте, глубокоуважаемые любители летных видов спорта. Мы вам снимаем ролик про адские ротора. Вот по-другому и не скажешь. Мы взлетели и не ожидали такого подвоха. Только что мы чуть не проломили головами фонари. Хорошо, ремешки подтянуты. А Саша головой ударился в арку переплетов между фонарями. Ну, чтобы вам было понятно, вот она. Вот эту вот арку он таранил достаточно активно. Хотя вроде притянут, но немножечко хватило нам вот этих вот эластичности ремней, чтобы обоим слетать до стекла почти. Неприятно это крайне. Все летает по кабине. Сейчас я сел на все элементы, которые могут улететь. И мы сейчас пытаемся все-таки найти место, где есть восходящая зона, и взять волну, потому что в этом ужасе, который сейчас, болтаться дальше, ну, ни охота, ни Саше, ни мне. Так, готов? Да. Погнали. Сейчас свечи проверю только. Свечи норма. Порядок. Мотор зверь. Сэр Лопатентия, Виктор Докуляш, Писта Норд. Ну смотри, взлетик будет более чем веселый, потому что очень сильный компонент нас будет пытаться развернуть влево в пропасть. Ой, так что главное ничего не бойся, и мне полные педали сейчас должны, так чтобы твои ноги мне совсем не мешали. А, поехали. Гоняемся. Все сейчас стабильно пока. Держиваю нормально. Правда, еще и скорость. Вот сейчас скорость 60 уже легче будет. Планер будет управляться. Но еще порывов не было. Пока ровно разбегаемся. 45 градусов, даже 60 по колдуну. 90. Ну, отрываюсь, пробую. Оп, видишь, как приходится раком сразу планер ставить. И не вывожу его пока выше. Оп, 110. Хорошо. Видишь, какое упреждение, еще сильнее упреждение. Вот сейчас градиент попали. Как настащит сильно. Оп, все, порядок. Вот теперь уже не страшно. Убираю шасси. Убираю обороты. Не насиловать мотор. Ну и вот скорость 110, потому что иначе страшно. Оп. На 110 отходим подальше. Набираем метров. 100 у нас есть. И на 100 метрах можем разворот делать уже по ветру. Даже если что-то будет с мотором, мы успеем развернуться и приземлиться. Главное, чтобы сейчас в зоне аэродрома. Оп. Если что, слетим с левого виража, всегда на полосу попадем. Отходим подальше, чтобы на вираж схватило высоты. Ну а не сильно прижимаемся к горе впереди, потому что там от нее может быть турбулентность. Хотя при таком ветре, ну вот при таком ветре как раз она и будет. Вот, все. Так уже хорошо. Сейчас подойдем к склону, и там сразу будет динамик. Сейчас важная скорость не продолбать, потому что на склон может кинуть очень быстро. Оп. Видишь, я реагирую на любую яму опусканием носа, чтобы ни в коем случае не продолбать скорость. Сейчас это сделать легко. Ого! Ого, как планер не пускает разворот. Очень сильная боковая составляющая. Смотри, остановились на месте. Собираем коллекцию отказов СУ. Оп. Оп. Все, можешь убирать.
наушники. Разница с предыдущими днями, знаешь, какая? Ветер немножко в бок. Вот здесь лучше работает, там хуже. Да, и у нас, видишь, сразу же мы в волну фактически попали из динамика, то есть. Держи и левее на 10 градусов. Видишь, практически вперед не летишь, не пускает тебя. Вот, помедленнее. Вот такой вот заброс имеет смысл обрабатывать. Это положительная какая-то составляющая. Ну, пока движемся все равно вперед. Может быть, сейчас фактически в волну и воткнемся. Вот здесь она часто тоже бывает. Убирай крен. Крен убери, крен убери. Медленнее. 120. И крен убери. Все, волна. Оп. 100 скорость. Ну и работает, ты же теперь знаешь, как это делается. Все, вот тебе волна прямо из динамика, халява. И говорит. Такого, кстати, прям... что отличается, а? От, что отличается от ожиданий, что воздух ухабистый. Да, воздух покладистый, чуть правее возьми, потому что тебя боком сносит постоянно. Ты, по идее, должен зависнуть на месте. Ветер сильный, тебя за гору сдувает. Саша, и увеличь скорость. Вперед пробейся, тебя реально сдувает за гору. То есть у тебя сейчас скорость больше, чем... Ну, то есть тебя вперед не пускает. Друзья, посмотрите, как это выглядит. То есть вот скорость планера полета 100 км в час, и мы реально висим на месте, то есть мы не движемся. Чуть-чуть левее возьми, потому что сейчас другой бок двигаешься. Вот. Вот так ветер дует с такой, с такой. Сейчас планер висит на месте. Может полететь назад, давай я возьму ручку, продемонстрирую движение назад. Вот смотри, сейчас завешиваю планер на 80, планер начинает лететь назад. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Магия. Ой, прикольно. Ну вот, да, чтобы вы тоже с этой стороны посмотрели. То есть мы вперед не летим. Что там под нами есть? Ух ты ж, блин! Как нас выбросило. А вот нас бросило с волны. Какой-то адский ротор. Вау! Ты видел, Саш? Да, скатился. Вот, а вот волна. Да, лиха погодка. Тут, знаете, такой мирное-мирное, мирный атом. Тут как бабахнет. Очень низко мы. Это мне здесь не нравится. Пробую, но... Скорее всего, буду валить отсюда. Не, валим. Добром это тут не кончится. Рано выключил. А? Рано выключил. Кого? Камеру. Да, не говори. Тут нас херачит. Туды. Да, друзья. И так бывает. Открепли его не по-детски, в попытке. Оп! Не возьмем этот ротор. Блин. Вот тебе и халява. Слушай, ну вот тогда надо тактику менять. Тогда идем назад, туда на склон, набираем высоту и будем... в другом месте волну брать. Видите, до этого мы не дотягиваемся. Даже с 2000 метров мы не смогли дотянуться. Это, конечно, нехорошо.
Вау! Вау! Вот это было жестко. Голова жива, цела? Ну да, но я дотянулся. Пристегнись. Прям было очень жарко. Я вот для одного не понимаю, как птицы летают в такую погоду. У них конструкция более приспособленная. Размах меньше. По башке получили хорошо. И там фонарь не проломи, смотри. Возвращаемся на Арамбр. Здесь у нас ничего не получается. Ого-го! Ого-го! Ты видел? Не, ну это ротор, мы его теоретически можем обкрутить, но это просто будет очень страшно. Не, не хочу. Очень жестко. Слушай, ну это было, я так скажу, 10, ну или 9 из 10, или 10 из 10. То есть вот этот кусочек, когда нас там отфигачило. Я такое однажды испытывал, но на одноместном, правда, планере LS8, когда мы после такого юху Греча вошли в поток 11 метров в секунду. Здесь пока останавливаемся, отдыхаем в оазисе. Здесь должно быть полегче. Держи ручку. Летай. Будет достаточно потрякивать, но такой жести быть уже не должно. Старайся держать не меньше 120. Все летает по кабине. Сейчас я сел на все элементы, которые могут улететь. И мы сейчас пытаемся все-таки найти место, где есть восходящая зона, и взять волну, потому что в этом ужасе, который сейчас, болтаться дальше, ну, ни охота, ни Саше, ни мне. Вы же можете посмотреть, как ведет себя планер, как качает его крыло справа влево. Вот, и я сейчас ищу ротор от горы Апотер. Сосредоточен я сейчас на пилотировании, потому что, ой, надо выбраться. Хочется больше в этом кипятке сидеть, и для планера не сильно полезна такая постоянная турбулентность. То есть если в нормальном полете износ конструкции один, там качнуло чуть-чуть и так далее, то сейчас ресурс списывается минута за 10, а это как бы very expensive. Сейчас в данный момент все как бы не так страшно, вот мы летим, покачивает нас, но не критично. Надо мной сейчас висит роторное облако, перед ним должен быть, соответственно, ротор от горы Апотер, высота 1400. Я нахожусь в состоянии, когда я скоро уже буду разворачиваться, чтобы вернуться на аэродром. Нельзя в такую погоду отлетать на очень низких высотах. Может сейчас очень сильно врубить низкотняк и зажать нас со страшной силой. Еще идем. Впереди гора, ветер, который дует с этой горы, 86 км в час сейчас. Ой. Поэтому тут должно быть более чем весело тоже. Но восходящей зоны пока нету. И нет, самое паршивое, что нет нормального ротора, который будет восходящий положительный, в котором можно что-то накрутить. Все. Разворачиваемся. Опасно. Больше 5 метров в секунду вниз. Блин, это нашего аэродрома. Еще тянуть и тянуть. Ну, по ветру. Сейчас у нас скорость упала. 1300. Блин, вообще еле-еле дотянем. Шайзе. Неприятно. 1200. По ветру мы сейчас шпарим. 86 км в час ветер, плюс 150 мы. Никакая машина за нами не угонится. Оп, восходящая часть. Оп, ну пробуем, впишемся. Иногда имеет смысл попробовать вот такую штуку крутнуть. Очередной какой-то бабл отлетевший. Оп, есть, да. О! Ну и скажу я вам, я работаю сейчас на 100% собственных возможностей. Потому что сконцентрирован. Чушь нешу всякую на камеру. 2,9 метра в секунду. Набрали мы 100 метров, уже будет легче. Мы теперь тут точно до динамика на горе доскакиваем. Сейчас нужно очень точно все рассчитывать, потому что, несмотря там нас всегда спрашивают, а вот у вас мотор там есть, поможет ли вам мотор чем-нибудь? Ну, могу сказать, что мотор в данной конфигурации уже не поможет.
Во-первых, нужно время, чтобы его выпустить, чтобы он нагрелся, то, что мы его холодный сейчас у нас. И воздушные течения настолько сильные при ветре текущем, что ну, просто прихлопнет к земле и все. И будет очень сильно гулять скорость. Мотор на полную мощность не выведешь, иначе его разнесет. То есть скорость должна быть безопасная в этом случае 120, а на 120 мотор уже не так хорошо тащит, как на 90. И на запуск нужно время. Ну, в общем, я на мотор в такой конфигурации не сильно рассчитываю. Такую погоду жесткую. О, видите, вывалился я. Вывалился. О, какой нескотняк. Минус 5. И мы мгновенно сливаем абсолютно все, что практически набрали. Сейчас я попробую чуть против ветра протянуть. Скорее всего, меня просто, пока я рассказывал всякие истории, выдуло из вот этой восходящей зоны. 1350 метров. То есть у нас запас высоты сейчас есть. Можем попробовать вперед пройти. Да, смотрите, хорошо поднимает. Все правильно я сделал. Вот то, что протянул против ветра. И сейчас надо опять переходить на набор по спирали. То есть пока мы не в волне, в нижней части мы набираем в роторах по спирали. То есть вот такие фактически отрываются вращающиеся конструкции, на восходящей части которой мы можем подпрыгивать. И мы вот с одного их уносит ветром, естественно. Вот мы с одного такого ротора прыгаем на другой, на третий, на четвертый. И медленно, но уверенно наращиваем высоту. Сейчас постараюсь впиться в это. Плотный вираж на хорошей скорости. В общем, держится планер. В такой ситуации. Побольше крен и побольше скорость. А иначе из этого ротора выплевывает просто со страшной силой. 100 метров мы выиграли. Битва в адских роторах. Вот какая-то восходящая составляющая. Ну вот не до настолько сильная, чтобы закрутить. Оп, а вот это уже закрутить. Попробую влево сейчас. Почему влево? Ну потому что почувствовал, что может быть стоит влево. Но ошибся. Оп. Оп, оп, оп. Ё, у меня планер не управляется. Ты видел? То есть полностью даны элероны, планер все равно затягивало в вираж. Какой-то полный звездец. Сашка, это Клаус был прав, что он сказал, ну его в пень, парни, я сегодня не летаю. Посмотри, сверху облако выплюнуло роторное, может, под него чуть-чуть. Вот. Клаус сегодня, он вчера полетал, я говорю, Клаус, будешь сегодня летать? Он говорит, не, я сюда решил передохнуть денек. Завтра, говорит, погода слишком лихая. Ну нам-то с Сашей только подавай лихую погоду, да, Саш? Да, меня не укачивает. Не укачивает? Такую, ну, честно говоря, болевал бы дальше, чем видел обычный человек. Поэтому молодец ты. О, вот такой сладкий ротор взяли. Все-таки действительно облако, может быть, работает это. Догоним. Мне только одно теперь беспокоит. Как мы будем приземляться? Посадку я вам попробую заснять. Но вот, мне кажется, посадка... О, блин. Планер периодически перестает управляться. То есть настолько... Настолько велик уровень турбулентности, что мои воздействия управляющие превосходят турбулентность имеющуюся. Блин. Сейчас мы вообще вперед не летим. 150 мы зависли реально на одном месте. Сейчас чуть начали двигаться. Сколько же дует-то? Это из-за градиента по высоте, по скорости ветра, да? Ну, наверху там написано сегодня, что дует вообще 100, сколько там? Больше 130. 100 км в час. Я не знаю, что делать вообще, у меня ничего не получается. 1400 и все, больше я не могу набрать. Ладно, друзья, вот это был пример, как в какой-то момент нужно просто принять мудрое решение и уйти. Мы можем спокойно уйти на наш арамбр, благо высоты сейчас хватает. На арамбре более спокойной атмосфере понабирать и попробовать слетать, все-таки взять волну в другом месте. А вот это все штормление из-за того, что у земли есть земля, земная поверхность, где в любом случае ветер есть, но он тише. Вот этот вот градиент, разница, плюс горы, все это вот закручивает атмосферу в какой-то совершенно адский жуткий вид. Что вы сейчас и наблюдали. Вот наш аэродром, на который нам придется приземляться. Это будет отдельная песня. Давай вот наша... не сегодня, давай до завтра полетаем. До завтра полетаем. Вот гора Арамбар, на которой мы сейчас будем высоту набирать. Ну и как вы видите, тут сейчас в такую погоду, несмотря на дующий ветер, иногда бывает так, что может горы вырубать. То есть стоящая впереди какая-нибудь волна,
например, может выключать работу склона. То есть ты думаешь, ну склон, на него дует ветер, ну все как по учебнику. Вот, посмотрите, как крыло сейчас на колдун показывает, вот там за зданием. По колдуну дует просто не себя. Ой, ё! Ну не, есть поток, еще какой. Пошли набирать. Ладно, если будет что-то интересного, я еще включусь. А пока закончили первую серию адских роторов. Как это? Если что, не поминайте лихом. Саш, бери управление, набирай. Фу, я отдохну немножко. Это просто ад какой-то. Скорость. Мы так можем на тот свет долететь быстро. Взял ручку. Итак, друзья, мы продолжаем. Мужественный Саша набрал 1900 метров. И это некая возможность попытаться дотянуться до все-таки волны, которая явно впереди присутствует. С такой высоты это шанс у нас уже появляется. С утра мы ходили вот в этот карман слева. Ничего там взять не смогли. Была у нас высота та же, 2000. Ничего не получилось. Потом мы с меньшей высоты, с 1700, пробовали сходить вперед. Тоже ничего не получилось. Сейчас высоты Саша набрал побольше. У нас очередная попытка работы в адских радарах. Но высоту жрет тоже наш полет существенно. 1600 метров уже. А в прошлый раз мы на 1300 разворачивались. Было это стрёмно. Но и до облаков осталось совсем чуть-чуть. Вот они, смотрите. Вот перед ними, по идее, должна стоять волна. Оп. Вот то, что нас чуть приподняло сейчас, это очень хорошо. Чуть я уменьшил скорость на этой оптимистичной ноте. Оп. Ох, как это непросто. Вот сейчас, по идее, должно быть самое жесткое, что здесь есть. Вот видите, стрелки то ложатся вниз, то плюются вверх. Сейчас 100 метров мы уже слили. А восходящей зоны нет. Ну где же? Где же зона восходящая? Это будет все ниже, 1400. В общем, хрен редьки, похоже, не слаще. 1350. Ой, еще чуть-чуть, буквально капель, нет. Ух, все, жопу такие оладушки. Я как летчик-истребитель тут же. Да, это за гранью разума такая турбулентность. Истребителей так не трясет. А? Истребителей так не трясет. Да, наверное. Слушай, ну я реально, у меня не хватает рулей, меня начало затягивать правый вираж. И все, у меня ручка полностью отдана в сторону. Скорость высокая, то есть на такой скорости планер должен управляться, будь здоров. А он реально не управляется. Фу. Вот даже вот слов не хватает нематерных о такой погоде. Прав был Клаус. Не надо было сегодня летать. Ну, с другой стороны, иначе Саша бы не познакомился с его величеством турбулентностью. А в критической ситуации русские переходят на особый язык. Да. И команды сокращаются до трех букв. Да. Трындец. Я не знаю, до чего тут сокращать, но просто... Я теперь переживаю, как мы приземлимся. Самое интересное сейчас посадка наша. Я не нагнетаю. Но, в общем, слушай, ну я предлагаю следующее. Давай мы с тобой потренируемся сейчас. Наберем 2000. И подумаем еще раз. Может быть, в бокс ходим. Но, наверное, если такое будет продолжаться, правильным делом будет приземлиться. С педагогической точки зрения летать в такую погоду неверно. Ну, вот на 1100 мы пришли на гору Арамбор. А с общечеловеческой садизм? Ну, правильно, да, скажи. Инструктор издевается над учеником. Жесть. В основном садизм над планером. Ну да, принцессу, конечно, жалко насиловать этой херней. Что говоришь, скучно здесь летать? Не. Я сегодня Саше говорил о том, что мне тут иногда скучно летать становится. Я говорю, ну что сегодня мы такого веселого найдем? Ну, было бы желание, веселье нас само нашло. Да ужас. Я повыше поднимусь, потому что я боюсь тебе ручку здесь отдавать. Честно тебе скажу. Если я сам с трудом справляюсь.
Блин, как же мы приземляться будем, а? Я не люблю летать так, что начинаю думать, как же мне приземлиться. За всю историю полетов было раза, наверное, 3. И в основном по грозам. Что не знал, как я долечу до аэродрома и как я буду садиться. Но по ветру это, наверное, первый раз, когда я... Ну, понятно, что когда я был начинающим пилотом, мне вообще этот ветер казался нелетабельным. Летать нельзя. Но вот сейчас-то летать можно, но посадка меня тревожит. Ой. Ну ладно, будем оптимистами. Даже на оптимистичный канал мы не мечта летать. Сейчас глубоко уважаемые любители летных видов спорта будут переживать за нас, как же мы приземлимся. Если вы смотрите это видео, значит... Да, если вы смотрите это видео, значит, мы приземлились. Кстати, да. Ну или это как это? Жили они долго и счастливо. Недолго, но счастливо. Тьфу-тьфу-тьфу, блин. Ой. Не, ну сейчас ничего сверхъестественного быть не может. Мы максимум, что можем, скажем так, приложить планер немножко на касание, потому что будет очень большой уровень турбулентности. И, скажем так, разломать мы его не разломаем, а вот шасси повредить вполне реально, не угадав там с направлением и так далее. Ну, взлетали, кстати, сегодня более-менее нормально. Взлетали как раз, слушай, как будто, может внизу ветер как раз идеальный. Может, зря я не нагнетаю обстановку. Друзья, выпускаю воздушные тормоза, начинаю снижение. На этой высоте 80 км в час ветер, чуть слабее. Но он все равно хватает. Вот же, блин. Давай на аэродром сходим, проверим, чтобы на аэродроме никто там не гулял. Что, в принципе, могут сделать. У меня на 30% выпущены воздушные тормоза, высота 1300. Продолжаю снижение. Морально готовлюсь к посадке. Такую погоду я еще не летал. То есть это реально пока самая ядреная погода, которая есть. Хуже у меня еще не было. Посмотри на колдун, его там на клочки раздирает. Вот он рядом с карьером. Ага, вижу. Скорость 150. И я, наверное, буду держать не меньше 150 на посадке. Аэродром чистый, никого нету. Начинаю вход в круг. 1100. Чуть-чуть пройду против ветра, чтобы иметь возможность маневрировать по высоте перед приходом к горе. Эх, погода бомба. Ну и все, и погнали. Это прямой эфир, да. Да, прямой эфир. Сэр Лоботин, где Виктор Даунвинд, глядя ту норд. Оп. Погнали. Денька, приборы 200. Итак, 150 км в час, скорость, идем к склону. Здесь есть две дорожки, которые маркируют положение по склону, где мы должны прийти и развернуться. Сейчас делаю третий разворот и иду параллельно склону. Главное, чтобы у меня сейчас планер нормально управлялся. Так, подходим, траверс полосы. Оп, выполняю четвертый. Втыкаю морду планера в планету. Держу 150, убираю тормоза, потому что не хватает скорости. Выпускаю тормоза, прошли. Подвожу к планете. Оп, уменьшаю тормоза, выравнивание. Висим. Колза сделали. Висим. Ох ты ж, блин, как хорошо. Сели. Фух. Да. Ой, смотри, как сели. Да, даже до конца полосы не доехали. И смотри, сейчас, кстати, есть большой шанс поехать назад. Смотри, поедем, нет? Сдувает ветром? Не, не сдувает. Фух. Слушай, несмотря на... Ой-ой, давай. Несмотря на все, это оказалось не так страшно. Сейчас... Друзья, руки дрожат. Ой. Фух. Но дует сильно. Саш, открой, попробуй фонарь свой. Перегрузка минус один. За ну да. Секунды прыжком просто. Но мы на земле. Все хорошо. Вот колдун порвал. Посмотрите, вот где колдун. Сейчас где-то там. Фу, приземлились мы вон даже на траверзе наших зданий. Так что толкать планер нам недалеко. Вот это наш кемпинг, где живут все планеристы, когда приезжают. Ой, как же хорошо на земле. Друзья, я вот могу вам что сказать. Лучше быть на земле, чем переживать, что ты в небе и хочешь на землю. Чем мечтаешь об этом. Вот был, сегодня был на, у меня в жизни было 3 случая, когда я летал и думал, что, блин, классно было бы приземлиться уже. Ну, я переживал, как я буду приземляться. Вот сегодня
была мечта обратно. Да, мы теперь счастливы, и мы можем пойти домой отметить такой полет, потому что это, конечно, unbelievable. Да, вот сегодня можно с посадкой поздравлять, потому что обычно это, ну, посадка — это банальная штука, достаточно, когда хороший опыт уже есть. Но сегодняшняя посадка — это особенная, ветерочек очень сильный. Погода бомба. Завтра продолжим. Торнадо. Завтра, ну, видите, тут кайф летать. Вот мы вчера на 5400 поднимались. Была волна, было классно, было замечательно. А сегодня вот все закончилось таким изнасилованием в воздухе. Но, да, ну вот, зато контент огонь. Мы не для контента летали. Мы летали, потому что мы прогноз посмотрели, казалось, все хорошо. Ну, а потом что-то пошло не так. Все спрашивают про колесики. Вот эти колесики позволяют нам перемещаться по аэродрому и взлетать. А вот повреждения нашего планера, которые случились вчера. У нас оторвало ленту уплотнительную на закрылке. Сорвало вообще по всей длине. Да, отлетело, заказано новое, ремонтное. Эта лента тоже, видите, заменена не так давно. Вот это все срывает, и срывает из-за того, что очень холодно. Да. Моторный отсек, солнечные батарейки. И то, что вам снимает контент огонь, как выглядит камера задняя. Сейчас мы ее вырубим. Полтора часа мы всего отлетали, но зато весело. Больше показывать-то нечего. Мы на земле, целы, довольны. Погода бомба, контент огонь. Саша, покажись. Копайлот, огонь. Эгегей, до новых встреч, друзья. Летим завтра.